Добрый день, всем привет! Магазин Истехник, Санкт-Петербург. Меня зовут Олег Кудрик. Сегодня у нас видеообзор лодки X-River Grace Wind 420 с фальшбортом. Вот она идет в такой комплектации. Смотрим. Вот в такой сумке. Это сама шкура, здесь банки весла. Сейчас будем мерить размер. Мерим размер упаковки самой шкуры лодки. 1,35 м. Ширина 65 см. Высота 45 см. Размер упаковки банки весла. 1,35 м на 30 см. Так, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас насос, гарантийная сервисная книжка, весла, две банки, вот такого плана, банки, скамейки, так, две скамейки, два весла, насос, сумка, смотрим, да, стоп, еще один комплект идет, смотрим, здесь вем комплект. Здесь у нас идет клей. Кстати, идет ключ для клапанов воздушного клапана. Ну и накладка. Вот такой вот ключик. Хорошо. Сейчас посмотрим внутри, как упакована лодка. Открываем. Вот такая сумочка идет у них. На ремешочках. Расстегиваем. Вот сама шкура в этой сумке. Сейчас мы на весы ее достанем. Ну что, у нас на весах чистый вес шкуры Grace Wind 420 с фальшбортом. Смотрим, вес чистый 51 500. Это сама шкура. Итак, мы добавили два весла, две скамейки, насос, сумки. Получился общий вес 62 700. 62 килограмма, без комплекта Grace Wind 420 с фальшбортом. X-River. Эта лодка комплектуется ковриком EVO специально для X-River 420. Коврик весит 3,5 килограмма. На эту лодку мы будем устанавливать трассовые колеса специально удлиненные из нержавейки. Вот 4 килограмма, ну тоже не правильно. 4,5 килограмма колеса. Также будет установлен носовой тент на эту лодку. Тент весит, ну, примерно 3 килограмма. Все, есть, качаем. Разворачиваем шкуру лодочки Grace Wind 420 с фальшбортом X-River. Вот так вот оно сложено. Здесь интересный фальшборт. Дно 1100. Так. Смотрим, где клапана. Клапана у нас получается внутри. Да, внутри клапана. Ранец деревянный. Вот такая накладочка, деревянный транец. Ну, сейчас накачаем, посмотрим. 5. Ищем клапан, клапан я нашел. Включаем.
накачали лодку X-River 4.20 с фальшбортом Grace Wind. Значит, смотрим, на нее баллоны 53. Смотрим, необычная форма, вот такая вот фальшборта. Ну, тут вообще фальшборт интересный, сейчас посмотрим. По высоте, ну, 18 где-то, да? Ширина 30 сантиметров, такая примерно 30, да, довольно-таки широкий фальшборт интересный. Ну, начнем с транса. Транец у нас 27, прорезиненный. Высота транса, смотрим, 40. О, подождите, не зацепился. 42. Транец специально мы заказывали под Yamaha, мотор Yamaha, его чуть выпилили специально под мотор Yamaha. Накладки под мотор, резинка идет, защищает, да, его ручки. Высота посадки, смотрим, 36, кокпит 93. Дальше идем, смотрим. X-Reader. Ручки поставили под заказ фирменные. Они в комплекте идут вот такие обычные резиновые. Здесь идут фирменные ручки под заказ сделаны. Леер идет вот здесь. Фальшборд в конце вот так вот привалом заклеивают они спереди. Интересно, да? Здесь ручка вот такая вот, да? Посмотрим высоту посадки спереди. Спереди посадочка почти 40. Высоко сидим. Хорошо, шикарно. Здорово. Аварийный клапан стоит на донышке. Это тоже дополнительно заказывали. В штате его нет. Клапана внутри. Отсеков здесь получается 1, 2, 3. Четвертое донышко. Отлично. Сейчас перевернем лодочку, посмотрим с другой стороны на нее. Ну, в принципе, давайте померим еще. Многие спрашивают высоту лодки. Сейчас будем мерить высоту лодки. Ну, допустим, спереди, да, сколько высота. Есть такие вопросы, задают. Вот мы меряем высоту где-то в носу, да, получается, в носу. 86 сантиметров высота в носу, да. Давайте в корме померим. Допустим, до фальшборта, да, сколько у нас высота примерно будет. Ну, я так примерно ровно поставлю. Ну, высота получается 80, да, у нас там где-то примерно. 80 есть. Хорошо, это мы померили. Ну, можем еще внутри посмотреть, сколько до фальшборта у нас высота будет. От пола до фальшборта 60 сантиметров, да, внутри, отлично. То есть фальшборт поднимает у нас... Вот он, да, где-то аж 23 сантиметра от баллона. Ну, 20 от баллона поднимает основной. Шикарно. Максимальная мощность двигателя на этот транец 30 лошадиных сил, 7 человек, 950 грузоподъемность. Отлично, шикарно. Сливной клапан вот стоит. Есть у нас клапан. Вот он. Все отлично. Транец покрыт еще вот ПВХ, проклеен с этой стороны. С этой тоже проклеен. Да, проклеен ПВХ-шкой. Здорово. Ну, давайте лодку перевернем. Перевернули лодочку. Смотрим с этой стороны на нее, да, вот так вот. Ну, давайте померим доски. Сколько это доска? Подставка, да, смотрим. Метр. 1,10 м ширина. 26. Отлично. Ну, как видим, уже мерили. Мы можем еще раз померить. 90, здесь 92. Так, ну что имеем здесь? Здесь ручка есть, здесь. Эта ручка была заказана дополнительно. Фирменная ручка толстая такая, вот она. Угу, есть. Значит, аварийный клапан, вот он, на донышке тоже дополнительно ставили. Рядом с воздушным, смотрим, да, это все тут функция. Клапан здесь переднего отсека. Швы проклеены. Хорошо швы сделаны. Угу, красиво. Так, ну давайте донышко посмотрим. Перевернули лодку, смотрим.
дно лодки Грейсвин. Вот у нас идет. Тут в начале примерно тримаранного типа дно. Киль один, два по бокам киля идут. Передний киль ярко выражен. Тримаранное дно. И вот в конце она становится примерно килевой, да? Здесь уже вот такое идет киль вот такой. То есть у нас здесь пластик. Здесь пластик шириной где-то восьмерка почти что. Он туда вклеен внутрь. Такие вот идут фартуки снизу, чтобы не забрызгивало. С одной стороны, с второй. Вот такой вот тримаранчик получается. Тримаранчик у нас защищен вот такой вот лентой защитной 9 сантиметров. Каждый киль защищен от начала до конца. Привальной такой лентой защищает хорошо. Дно дает курсовую устойчивость. Хороший срыв воды. Но он быстро выходит на глиссер. Хорошее тримаранное дно. Сейчас перевернем, будем комплектовать. В нашем магазине можете приобрести к этой лодке, к X-River, специально разработан коврик Eva для размера 4,20 Grace. Сейчас мы его застелим, посмотрим, как он садится. Коврик Eva. Итак, мы застелили коврик Eva в лодку X-River 4,20. Коврик специально вырезан в размер, он прячется под баллоны. Ну, его надо выровнять немножко. В общем, он идет под баллоны, фиксируется там шикарненько, плотненько. Никуда не денется, дополнительной фиксации не нуждается. Так что приобретайте, заказывайте у нас коврики Eva. Изготовим специально в размер. Все это вырежем, установим. Защищает дно, выравнивает поверхность, ну, естественно, защищает от... Его чистит легко от грязи, от песка и так далее, да? Все, коврик есть, дальше идем. В нашем магазине можете приобрести мягкие накладки для лодки X-River 4,20. Накладочка SPVH серая. Две накладки, одна просто накладочка. Специально для X-River. Все в размер садится. Вторая идет у нас сумочкой. Мягкая накладочка. Отстегивается сумка. Можно переносить специально для лодки X-River. Вот таким образом ее застегиваем. Так, сумочка отлично садится. Накладка нужна обязательно. Здесь молнии застегиваем. Ну и естественно стяжками потом это все ставим, притянем. Также рекомендую обязательно приобретать носовые сумки. Это необычная носовая сумка для лодки X-River. Значит, у нее есть два отсека. Это передний, это задний. Эта сумка необычна тем, что она является термосумкой. Здесь в стенках такой вот поролон специальный, который держит тепло-холод. Вот он в стеночках. Сумка тоже подходит для этой лодки. Серого цвета. Спереди карманы. Сейчас покажу, как она ставится. Лодки продаются. Заказывайте любого цвета лодки, любого цвета сумки. Сумка хороша еще тем, что не нужно дополнительно клеить крепление. Она крючками цепляется за привал. То есть мы ее вот так вот фиксируем, никуда уже из лодочки у нас она не выпрыгнет. То есть здесь то же самое. Такие стяжки удобные. Открываем. Так, сейчас еще увеличу. Так, так. И можно еще чуть-чуть. Так, и за привал. Органайзеры в нашем магазине. Органайзер цепляется у нас, одевается на электрод вот сюда.
Здесь есть дополнительно еще вот такие ремни, но это я чисто для видео здесь зацеплю. Вот такой отсек, здесь аккумулятор, здесь пластиковая вставка, то есть сверху ставится эхолот. И здесь вот такие вот классные кармашки. Очень сбоку, удобно, никому не мешает, да? Ну что, продолжаем дальше. Дальше в нашем магазине можете купить носовой тент. Мы сейчас его установим, посмотрите на него. Специально для X-Viva GS Wind 420 носовой тент. Для лодки мы изготовили носовой тент. Он в такой сумочке, значит, что он у нас имеется. Он открывается на волне. Цвет серый. Это носовой тент, остекление номер один. Сейчас мы его установим. В нашем магазине, при покупке тента в нашем магазине, установка бесплатна. Мы все ставим, натягиваем, проверяем. Мы установили носовой тент на лодку X-River Grace Wind 420 с фальшбортом. Специально был разработан тент из ПВХ. Делали специально под эту лодку. Остекление номер один. Прозрачная до баллонов. Цепляется все просто вот крючками за привальный груз. Вот так вот цепляем. Находим середину, но мы еще тут подровняем чуть-чуть. Так, это все надо выровнять. Дальше что? Натягивается с помощью алюминиевых трубок. Это рама этого тента, да? Ставим на фальшборт, не боимся. Некоторые боятся ставить на фальшборт. Ставим на фальшборт фурнитура, вот крепление, да? Это все приклеим сейчас. Там болт, болтовое соединение. Все закручиваем, все соединяем. Натягиваем вот таким вот образом на себя. Делаем натяжку. Тент натянулся. После того, как мы все натянули, оттянули эти крепления, нижний фурнитур, обводим карандашом. Разводим трехкомпонентный клей, делаем. Это мы вам все сейчас покажем. Приклеивается фурнитура. Все снимается, потом это все приклеим, вам покажу на видео. Тент шикарно сел, очень удобная вещь, защищает от брызг, от воды, от ветра. То есть здесь будет сухо в этой части, да, ничего не будет намокать. Рекомендуем обязательно покупать у нас носовые тенты, мы их установим. Специально шьем под лодку. Ну, видите, как он сел хорошо. Так, все отлично. Итак, продолжаем комплектовать нашу лодку X-River 420 Grace. Значит, что мы сделали? Дальше мы установили колеса, площадки. Сначала мы установим площадки для быстросъемных колес нержавейки. Значит, площадочка как крепится? На четырех болтах. Вот, сверлим транец, фиксируем, значит, герметизируем отверстие специальным герметиком водоотталкивающим. Закручиваем, площадки есть. Дальше, колеса у нас идут в сумках, вот в таких вот, да, можете дополнительно. Хочу провести небольшую экскурсию в этой лодке, X-River 420. Вот зашел в лодочку, сажусь на скамеечки. Ручку удобно поставили, классно. Сидим достаточно высоко, несмотря на то, что у нас коврик Эва, накладочки. Все удобно, все здорово, фальшборт. Шикарный, облокотиться можно. Можно сюда такую сумку установить потом. То есть он широкий. Ну, что я хочу вам сказать. Мотор, управление. Места много, 90 там, сантиметров кокпит. 4,20. Могут расположиться вещи. Палатка. 4-5 человек. Вот иду в нос. Стоит носовой тент. Ну, допустим, сяду вот сюда, таким образом, да, места достаточно много. И фальшборт высоко защищает нас. Вот сяду здесь. То есть классно, на фальшборт можно облокотиться, смотрите, как удобно. И он очень надежно стоит, крепко. Фальшборт крепенько стоит, шикарно. Ну, в принципе, я внутри себя чувствую комфортно, места много. Вот смотрите, то есть достаточно большая лодка. И вот такой вот необычный фальшборт здесь. Несколько большой, но они выбрали для себя такие фальшборта. Кому-то может он нужен. Но место достаточно хорошо. То есть вот такая экскурсия. Вот, пожалуйста, иду сюда. С
рисовый тент, сумка, органайзер под рукой. Хорошо, удобно. Сейчас еще моторчик повесим, посмотрим дальше. На эту лодочку X-River 4.20 мы устанавливаем мотор 9.9 Yamaha. Мотор у нас оригинальный, на гарантии. Вот такую еще хочу продемонстрировать вам тележку. Такая вот тележечка у нас приобретается. Раскладная. Она, значит, полностью разбирается, складывается. Можно закатить в машину, колесики есть. Угол меняем здесь, высоту регулируем. Внизу тоже все разбирается. Все уходит, вот здесь фиксируется внизу. Продвигаем вперед, фиксируем. Такая тележечка, мотор Yamaha. Оригинальная, смотрим в чем. Сзади вот такая ручка. Да? Как проверить мотор. Открываем, смотрим. Колпачки Yamaha-вские. Везде на корпусах металлических 63В. Ну, тут, наверное, не видно. Но это кто знает, разберутся. Карбюратор должен стоять японский. То есть мотор у нас на гарантии от официального дилера. Едем к лодочке примерно, подкачу, посмотрим, как тележка работает. Вот такая вот тележечка. Ну так, примерно прикачу сюда. То есть здесь будет стоять Yamaha 9.9. Винт у нас 11 сразу идет, и мотор раздушен. Вот такой у нас получился комплект. Коврик Эва, накладки мягкие, сумки органайзер, сумка носовая, тент носовой. Если вы заинтересовались покупкой лодки, приобретением, да, этой лодки, плюс мотор, это, естественно, делается скидка. Доставку делаем по всей России. Устанавливаем тент, устанавливаем колеса. Пожалуйста, пишите, звоните. Сделаем выгодное предложение. Меня зовут Олег Кудрик. Всем пока, магазин Техник. Хочу показать, как работают колеса. Колесики у нас работают в таком вот режиме. То есть шикарная вещь, обязательно нужно ставить, упрощает спуск на воду. Специальные удлиненные колеса для МДМД, нержавейка. Пишите, звоните, приобретайте откидные, быстросъемные, все виды колес.